Друзья, привет, короче. Что-то хотел, пацаны, что-то хотел там, скажем так, громко сказать, там, с таким пафосом, блядь, что-то не получилось. Ну, сорян, братва, сорян, девочки и мальчики. Всем привет, привет, привет с города Владивостока, друзья, всех приветствую. Вчера мы, хотел с чего начать, вчера мы ждали контейнер, так его и не дождались, а сегодня придут два. В общем, сегодня работы, грубо говоря, нету. Да не грубо говоря, ее просто сегодня нету. Сегодня будем ожидать два контейнера. Один придет в 3 часа дня, другой придет в 6, друзья. Сегодня будем работать допоздна. Наверное, Видик, Шмидик не выйдет, а выйдет сразу. Выйдет на следующий день, друзья. Но я так думаю, но посмотрю. Так, я сейчас еду в типографию. Мне надо забрать стикера, что у нас товар придет. Потом заедем в офис, я отдам документы. И у меня только колодки отвезти ребятам там. Опа, и все, друзья, вот такие дела. Но я, как всегда, друзья, опа, это мы повернули на Бородинскую. У нас тут тоже что-то катастрофа какая-то. Не проехать, не пройти. Хотел, что сказать, всех поблагодарить, друзья, что вы меня смотрите. Оставляйте комментарии, ставите лайки и подписывайтесь, друзья. Благодарю всех от души, всем на моем канале крепкого сибирского здоровья, друзья. Так, что так? Хотел сказать, вы там мне пишете, что по каким-то просьбам, друзья, буду выполнять буду выполнять по возможности, как говорится. Там кто-то попросил Тухачевского, кто-то попросил Красного Знамени заснять, кто-то попросил управление пограничное в центре показать, кто-то, друзья, обязательно покажу. Вы, главное, подписывайтесь и нажмите на колокольчик, чтобы приходило уведомление. Почему-то у меня, друзья, уведомления вообще из того, что меня смотрят, уведомления всего где-то процентов около 9. И это значит, из всех подписчиков меня уведомления поставили, нажали на колокольчик где-то около 180 человек, и не более. Ой, 180, 270. Остальные что-то как-то не хотят. Ладно, друзья, это я так, к разговору. Так, все, мы едем по Бородинской, забираем то, что нам надо, мы заберем. И все, и полетели, друзья. Сегодня что-то у меня как-то немного, знаете, бывает такое, не вяжется, знаете, язык не вяжется. С мозгом не связался с утра почему-то. Еще кофейку не попил, кофе налил и полетел. Еще пока не может мозг сообразить. Мозг думает об одном, а язык говорит почему-то другое. Не знаю, что-то какой-то сбой, надо перезагрузку сделать. Как-то так, друзья. Оп. Ну посмотрим, я постараюсь сегодня заснять, конечно, видео. Просто приду очень поздно домой. Часов, наверное, ну не знаю. Если в 6 часов придет контейнер, мы его, ну где-то за часика 3 разгрузим. Нас потому что трое. Евгений ушел в отпуск. Втроем, сорокач, мы где-то за 3 часа, за 3,5 разгрузим. Я домой приду, наверное, где-то ближе к 10, друзья. Наверное, не получится, да, я так думаю. Пока туды-сюды помоешься, побреешься, тоси-боси. Ну ладно, не будем, как говорится, кипишевать. Видите, вчера тоже ждали-ждали, я никуда не поехал. Ждал-ждал контейнеры, они так и не пришли, друзья. Так и просидел я, как говорится, в автомобиле. Опа. Может, сегодня тоже придет только один и все, а два не придет. Не будем мы. Так, мы сюда, друзья, оп, и поехали наверх. Ладно, друзья, я буду отключаться, мне тут надо сейчас позвонить, сказать, что я подъехал. Опа. Оп, друзья, все, я тут забрал стикера, все здесь на варяге. Опа. Отлично. Погодка тоже, друзья, сегодня хорошая, плюсовая. И что-то мне сообщение какое-то пришло от Примгидромета.
что у нас тоже ожидается какой-то небольшой в конце недели дождик, друзья. Так что поживем, увидим. Опа! Да, тут тоже на варяге тоже такая дорога, что ой-ой-ой-ой. Только отруливай и успевай. Так, как мне лучше поехать? Так-так-так-так. Как же мне лучше поехать? А, наверное, друзья, поеду через Веселковую. Кардиона. Оп, повернули. И потихонечку поехали. Так. Наши стройматериалы, друзья, здесь. Ну все, тут сейчас выскакиваем на Веселковую, друзья. Так, что я хотел сказать еще. Так что вы там, если кто-то будет задавать вопрос, друзья, собаку уже я покормил с утреца. И Труса, и Барбоса, и Старого, и Терпилу. Накормил. Да. Накормил, подкормил, как говорится. Вы мне тоже пишите, говорит, Игорь, молодец, что ты их подкармливаешь. Ну а как, друзья, надо. Конечно. Тем более я собак люблю. Мне собаки нравятся. Светофорчик, поехали, друзья. Что тут у нас осталось 6 секунд. А мы ничего-то не едем. Поехали. Да, я вчера еще что, друзья, вспомнил, пока еду. Вчера заходил, пока отвечал на ваши комментарии, зашел, посмотрел наших автоблогеров немножко так. Ну, я не любитель это смотреть, вот это все одно и то же, вот этот автомобиль лучше, вот этот хуже, а цена у него такая-то. Я как бы уже говорил, это не мое. Ну, есть автомобиль, ну и нормально, о чем. У меня три типа автомобилей. Так себе, более-менее, и сойдет, и все, и не более. Так, к чему это я? А, к тому, что я посмотрел, значит, там автоблогер, чуть-чуть так взглянул. Оказывается, еще автоподборщики появились в городе Владивостоке. Да что ты будешь делать? Еще там несколько человек, я такой аж удивился такой. И сразу вот недавно люди только начали, как говорится, снимать видосики. А уже и подписчиков, и просмотров уже тысячи. Ну да, как я всегда и говорил, что автомобильная тематика, она, блин, вообще прет со страшной силой. Людей техника, как говорится, интересует в первую очередь. Согласен. Я один такой, который так относится, так себе. Так, не хочу я по Снеговой, друзья, ехать. Поеду я через Баляева. Опа. Оп, друзья, ну все, выехал я. Собрал документы, сейчас одну заявочку на БАМе сделаем. И будет хорошо. Так, я как раз вспомнил, мне попросили там показать Тухачевского 62. Если что, у меня сегодня время есть, друзья. Еще ждем контейнер, все равно только в обед. Заеду, вам покажу. Еще человек мне говорил, проедь по Красному Знамени. Мы там где-то там служили, друзья. Я не знаю, там где на Красном Знамени. Там оно большое, начиная с третьей рабочей. И туда дальше идет до самой, как говорится, первой речки. Где-то воинская часть. Наверное, где-нибудь вверху была. Где Шилкинская, там где-то, наверное. Друзья. А на Тухачевского заедем сейчас. Еще покажу, друзья. Покажу. Мы здесь приближаемся на третью рабочую. Повернем здесь направо по Народному проспекту. Солнышко светит, блин, главное, что хоть погодка хорошая. Ну вот, заскочили на Постышево, друзья. Опа, что-то сегодня какие-то пробки у нас здесь на столетие, просто грандиозное. И с Постышева сразу, с БАМа сразу, опа, пробка.
Ну все, друзья, на БАМе я здесь разгрузился. У нас времечко есть. Человеку покажем. Тухачевского 62. Я так примерно где-то предполагаю, где-то он там вверху. Должен быть длинный дом. Я так думаю. Я так думаю, друзья. Опа, опа. Так что сейчас посмотрим. Пусть человек взглянет. Опа. Так, 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 так. Пацаны, 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 поехали, пацаны. Оп. Тут тоже дорожка. Вот 52. 56. Здесь у них какое-то училище, здесь гостинка. Вот где-то здесь с левой стороны будет 58. Это, наверное, будет 60-й, наверное. Да. Оп-оп-оп-оп-оп. Да. И вот он 62, друзья. Да, это 60, а это 62. А продолжение, наверное, 64. Да, вот он 62, друзья. 62, а там идет 64. Вот как-то так. Показал. Опа, сейчас развернемся и обратно мне нужно. Мне нужно в обратную сторону. Сейчас мы здесь развернемся, развернемся, друзья, развернемся. Тут уже столкнулись, друзья, уже столкнулись. Ой, когда они успели-то, я тут даже не заметил, пока снимал. Уже столкнулись. Так что вот, друг мой, как ты просил. Пацан сказал, пацан сделал, как говорится. Сразу показал. Вот. Человеку будет приятно. А у нас канал для чего, друзья, существует? Для того, чтобы делать добро. На позитиве все. Правильно, правильно. Ой, дорожка тут тоже, конечно, мама не горит. Ну, она везде такая. Что теперь сделать? ДПС проехал. Скоро ужесточат эти. Как говорится, телефоны, мотофоны. Я где-то слышал по радио, что будут жестко штрафовать, если кто-то с телефоном или в руках, или у уха. Так что будем на чеку, друзья. Тогда точно придется покупать какую-то камеру, хотя бы бэушную. Мед продают, мед. Едь, едьте, едьте, едьте. Филтр. Ну, вот такой он БАМ, друзья. Да, я здесь с супругой, мы здесь торговали молоком. Где-то примерно, ну, года 4, наверное, приблизительно. Ну, 3 точно, 3,5. Такой поставили супермаркет «Восток» здесь. Ну, море вдалеке, друзья, уже там все, почти все растаяло. На место, старый, на место. На место. Красавчик мой. Красавчик ты мой, красавчик. Ты мой красавчик. Глаза у тебя такие хорошие, красивые, добрые. Покушали? Хорошо? Молодец. На место иди, старый. Хороший, очень хороший. Губа зажила, зажила. Молодец. Че трус? Трус, иди ко мне. Не бойся, не бойся, не бойся. Ты-то че боишься? Тебя кормят, ты боишься. Ты
тут много-то никак. Ну хотя тебе-то можно. Терпила, где у нас там? Че терпила? У тебя все в порядке, у тебя вода стоит. У старого тоже стоит вода. Я что-то не посмотрел. Тоже вода стоит у него, да. Красавчик, красавчик. У всех вода стоит. У тебя чисто. Старый что-то обосрался. Ну ладно, бывает. А тебе-то вообще можно срать везде. Трус белорус. Ой. Все, друзья, приехали, короче, жду. Ждем контейнер. Один, потом второй. Блин, сегодня придется побычить, короче. Со страшной силой. Да. Ну, будем потихоньку, не будем там напрягаться. Но все равно, втроем тяжело, как говорится. Втроем тяжеловато будет. Два сорокача, конечно, это, мать, жестко, мать. Ладно, я тогда, что теперь делать, друзья? Тогда будем лежать, немножко отдохнем. Обед, обед есть обед. Сейчас кофейку, бам-бам-бам. Немножко полежим, опа, чтобы потом... Блин, только плохо, он в 3 часа придет, мы 3 часа будем разгружать, потом второй придет, опять его разгружать. Блин, это, конечно, плохо. Сейчас бы вот пришел бы в обед, мы бы разгрузили, отдохнули, потом бы еще разгружали бы. Было бы хорошо. Ну ладно. Как будет, так будет, друзья. Так, как-то так. Так что, как всегда, друзья, едем, смотрим. О, друзья, приехал. Время 15:17, он только приехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. За ним второй приедет, короче... Сегодня кино не будет, друзья. Будем работать только до 9, там, грубо говоря, часов. Если даже не позже. Так что, вот как-то так. Так что, давайте, пока-пока. Пять часов, друзья. Мы еще тут не закончили первый контейнер. Второй уже пришел. Блин, загрузили плохо, друзья. Видите, палет на палете стоит. Вытаскиваем, значит, рвется. Веревка рвется. Ну, пытаемся вытащить. У нас еще сорокет спереди. Мы как подумаем, что у нас еще сорокет. Время уже 7 час, друзья. Так что выгружаем, выгружаем. Блин, ребята, 7 час, 6:30 уже, 35 минут, мы последний палет выгружаем, и еще сорокушка. Как-то так. Блин, я уже устал, весь грязный, вообще как черт, но. Да, троем тяжеловато, конечно, ничего не скажешь. Ну, что теперь делать? Надо, надо. Вот, один контейнер, друзья, 7 часов, сейчас второй будем ставить. Контейнер. Ну, один вот разгрузили, друзья, второй подошел. Так что все, тут все вручную надо. Там хоть палетами мы вытягивали, тут вручную все надо будет тягать, тягать, тягать до самого конца. Два сорокета. Так что, ребята, я вас обманул. Завтра тоже видика не будет. Я потому что устану. Завтра тоже работа. Это все надо перелопатить, пересчитать. Пацанам надо помогать, потому что третьего нету, кладовщика. Он в отпуске. Буду целый день с ними, короче, возиться. Это... Представьте, еще все перелопатить надо будет. Все эти палеты. Так что, братья, ну извините. Но я хотел, видите, 3 видика вам делать в неделю. Получится сейчас с такой работой только по одному видику в неделю. Ладно, шучу, друзья, ладно. Че, будем разгружать. Уже темняется. Потихоньку будем выгружать. Фу, ребята, 21:55. В общем, 10 часов, грубо говоря. Все, собираемся домой. Устал, капец. Просто не знаю, как завтра даже проснуться. Так что, ребят, давайте. Пока, пока. Друзья, доброе утро, среда. Отгрузили мы вчера эти контейнера, друзья, домой пришел без задних ног,
Вы мне пишете: Игорь, где видос, друзья? Ну где видос, где видос? Будет только, может быть, сегодня. Если совсем плохо не будет. Да не, все нормально. Так, рука немножко побаливает, правая. И чуть-чуть поясница, а так все отлично. Так, пойдем, друзья, сейчас накормлю собак, да надо будет уже выдвигаться. Будет работать сейчас непочатый край. Оп-оп-оп. Сабани, сабани. Опа. Чего трус белорус? Так, ну все, собачек подкормили, друзья. Сейчас буду подъезжать немного, будем грузиться. Там небольшие заявки. И потом на склад две эти сорокушки, короче, надо будет перелопатить. Все посчитать, переделать. Короче, вот такие дела у нас на сегодняшний день, друзья. Ну все, друзья, я здесь на Жигура. Мы сделали, собрали с пацанами три заявки. Что-то смотрю, у них стало много пустовать этих ларечков, магазинчиков, что-то, наверное. Привет, привет, ребят. Проходимость, наверное, маленькая здесь из-за этого. Так, взяли моим собакам вот такой корм. Друзья, оп, так что все нормально. Так что, так, мне сейчас надо выехать и ворота закрыть. Обязательно. Не закрыть ворота, не поехать. Так, кто-то там мчится мне навстречу. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Так, а ворота надо закрыть. Опа, ребят, обязательно. Опа. 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 А то меня потом не будут пускать. Ворота надо закрыть. Вот как-то так. Закроем. Вот так вот. И все. Въезд запрещен. Все, полетели, друзья, полетели. Опа. Главное, чтобы нам никто там на встречку не попался. Такое тоже бывает. Ну, взял я собакам корм, друзья, все нормально. Как я обещал. Повторяюсь еще раз. Опа. Нам сейчас с вами надо съездить в центр на ЖД вокзал. Там отгрузиться. И потом на бам-бам-бам и все, друзья. Опа. И как-то так. Ху, после вчерашнего, ребят, блин, просто ни руки, ни ноги, грубо говоря, не держат. Немного подустали мы вчера, да, мы вчера до 10. Фу, отгружали до начала 11. Ой, как-то я тебя не заметил. Ладно, чё ты? Оп-оп-оп. И это... Вчера пришел, друзья, только в 11 часов, пока поел, пока туды-сюды, и блены, и все. Вы там меня спрашиваете, Игорь оставил нас без видосика, вот видите, как получается. Ну, как говорится, бывает такое, бывает. Оп-оп-оп-оп. Бывает. Тут уж ничего не поделаешь. Два сорокача пришло и сразу в один день, но это, конечно, жестко, ребят, жестко просто. Просто жестко. Что теперь делать-то? Оп, сейчас будем выезжать. Конечно, последний контейнер мы, друзья, выгружали уже молча. Уже устали, так что, блин, и сейчас надо его, представлять, эти два сорокача надо будет их перелопатить, все просмотреть, полностью все посмотреть. Еще кроме того, что посчитать, надо еще посмотреть все сроки. Ой-ой-ой, работы, ребят. Вообще, сейчас вот тоже приеду и буду пацанам немножко помогать. Ну что, куда деваться? Такая работа. Так, мы уже на третьей рабочей, друзья, с вами. Оп. Оп. Так, поехали. Сегодня передают плюс 9, друзья. У нас среда. Число не помню. У нас среда, друзья. Число, честно говорю, не помню. Ой-ой-ой. 24-е, что ли? Ну и... Опа. Но я даже чувствую, что сегодня жарко. Я даже вон куртку снял, друзья, просто в одной кофте, и то, блин, жарковато. Опа. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Поехали, поехали.
Это мы по Красного Знамени едем, друзья. Кто-то у меня там спрашивал, Красного Знамени. Красного Знамени, Красного Знамени, друзья. Ну, Жигули стоит. А, этот центр моря, конечно, друзья, будет здоровенный. Надо будет в него потом сходить. Большой он, конечно. С Гоголя он построен. Тут тоже какое-то здание, не знаю. Аренда уже написана, наверное, уже сдается. Опа. Что-то как-то вот не едем, друзья. Что-то как-то вот. Про лобовое стекло я уже начальству сказал, друзья, будем менять его. Сказали, сейчас все переобуются на летние шины, друзья. И будем сразу менять лобовое стекло. Вот так мне было озвучено. Это мы уже на Партизанском, друзья. Опа, погнали. А я что хотел еще, друзья, вам сказать? Вот здесь же у нас тюрьма, друзья. Что вам хотел сказать? Я еду без документов, представляете? Думал, уже приехал в контору и такой про себя думаю, я забрал документы или нет. Блин, я без документов, друзья. Нет у меня документов, представляете? Сейчас надо будет осторожно, блин. Не дай бог, что, блин. Ту-ту-ту. Ну, быстренько надо сделать эти заявочки и все. Опа. Ну, меня вроде, знаете, на газели тоже есть свое преимущество. На газели редко когда останавливают. У меня вот за 3 года, как бы не накаркать только. За 3 года, вот что я езжу, ну 3 раза останавливали и все, друзья. Раз в год, все. Все, мы уже тут к центру. Успеваем. 7 секунд, 6 секунд. Опа, успели. Это у нас уже Алиутская, друзья. Опа. Что-то сегодня затруднено как-то в центре. Все едут в центр. Ну все, друзья, мы здесь приблизились уже к главпочтамту. ЖД вокзал наш. Так. Мур вокзал. А мне надо вон туда. Там развернемся, отгрузимся и поедем от Седова. Главпочтамт. Вспоминаю всегда его, главпочтамт, блин. Как мы здесь на переговорный пункт ходили. Когда востребования получали посылки. Было такое. А мне вот туда надо, друзья. Там никого суть нету. Чтоб никого там не было. Хорошо было бы. Да, на СВХ сколько машин-то стоит. Да, много. Все, друзья, отгрузились. Нормалек. Все отлично так. 49-й. Ты куда едешь, 49-й? Отгрузились, нормалек. Блин, что-то у меня... Друзья, не могу понять, то ли давление поднялось, то ли что-то в этом роде, что башка начинает гудеть, что-то не могу въехать. Вроде кофейку попил, вроде все нормально, а что-то голова гудит. Фу, перенапрягся, что ли? Опа. Немножко, опа. Или на погоду, такое тоже бывает. Опа, сейчас мы посмотрим, что у нас в центре. Ну, это вы все знаете, то у нас здесь сырая лошадь.
Здание, конечно, красиво. Одно из них было какое-то КГБшное, ФСБшное. Опа. Но я посмотрел видосик про этот дом. Друзья. И что-то он меня не впечатлил в плане того, что там квартиры, скажем так, ну такое себе, такое себе. Все-таки старинное, но и в Африке старинное, уже все. Опа. Ничего там такого нету, чтобы сам дом красивый, а квартиры, друзья, ну уже все. От, так скажем, отжило свое. Так. Что у нас в центре? Все нормально. Палаточки какие-то там стоят еще. Поехали, поехали. Опа. Полетели, полетели. Вот что у нас тут? Стоит морячок? Стоит, красавчик. Опа. Надо будет летом прогуляться, да ему большой палец покрутить. Все ходят, ему крутят палец. А, на удачу. Так, так, так. Это мы поднимаемся по улице Убаревича, друзья. Сейчас мы туда направо здесь и на фуникулер. Опа. Уже начинается Суханова. Туда будет улица Суханова. Опа. Баревича, Суханова, Семеновская. Все в одном месте. Это мы уже, друзья, по Суханова едем. Эх, мостик, мостик. Здесь мы уже отгрузили, друзья, сейчас в центре 40 карабасов. Так что вы мне там писали, Игорь, по 3 карабаса не надо возить. Сейчас будем, друзья, и по 30, и по 50, и по 70, и по 100 возить. Опа. Как-то так. Вот. Поднимаемся, поднимаемся. Это Старлетик вроде едет. Старлетик. Мы здесь уже на фуникулере. Оп. И налево на Некрасовскую, друзья. Оп. Оп, 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 оп. Да, здесь помните, стояли какие-то тракторишки. Реклама какая-то была, уже все убрали, все. Что-то не пошло. Сейчас посмотрим, что у нас там с бензом и с дизелкой. Колдина 4WD, двухлитровая. О! Хорош был автомобиль. Да и сейчас актуален. А если в одних руках, тоже. Колдырь мы его называли почему-то раньше. В такси работали. Колдырь. Так, 98, 56, 99. 95-го нету. 92-й, 48, 49. Дизель 52, 89. Да, 92-й, друзья, подорожал немножко. Чуть-чуть. Ладно, едем. Вкус природы в новом стиле. Хоть и передают, друзья, 9 градусов тепла, но что-то ощущается где-то градуса, наверное, 3-4 максимум. Что-то как-то не то. То ли с влажностью, то ли с ветерком. Ветерок еще присутствует. Ну и влажность, если 70 с лишним процентов, то да. Поехали, поехали.
вид быстрее птиц. Билан приезжает 12.04. Феска Холл. Билан. Дима Билан. А где Стас? А, Стас Уссурийский. Стас Пехов Уссурийский, да. Так. Какие пробки в центр. Мне нам уже накидали, мне накидали, или нам накидали уже, друзья, Уссурийск. Но завтра его не будет по-любому. Сейчас будем перебирать контейнера, как я говорил. Не знаю, когда Уссурийск будет. Там тоже что-то уже больше 100 тысяч заявки. Опа! Все, друзья, бам, я тоже отгрузил, так что едем на базу. Сейчас пацанам зашел, они на меня смотрят. Игорек, а ты что такой замученный? Я говорю, что видно? Они говорят, ну да, немного видно. Я говорю, да, вчера, грубо говоря, до 11, мы, говорю, там пахали, говорю, два контейнера с 40-ча пришли, говорю, и вручную там и перекидывали. Говорят, ну да, жестко, я говорю, да не то слово. А сколько человек-то? Я говорю, троем они. Ой-ой-ой. Я говорю, да, сегодня уставший, базара нет. Опа. Все, еду на базу, друзья. Сейчас пообедаю, немножко отдохну, да. Пацанам немного помогу потаскать там еще ящички. Оп. Что, работы навалилось? Ну, такое бывает. То нету, то много. Оп. Как-то так. Ну и собачек накормим. Так что, как-то так, друзья. Так что, как всегда, едем, смотрим, друзья. Я всех, конечно, всех вас благодарю, что вы смотрите, оставляйте комментарии, ставите лайки, подписывайтесь, друзья, благодарю. От души всем на моем канале, как всегда, крепкого сибирского здоровья. Вам и вашим близким, и мне, конечно, друзья. А мы едем, смотрим. Вот, друзья, к нашим собаням пришел, короче. То, что я взял, сейчас накормлю. Сейчас я вас накормлю. Это вам привет, ребят, с Кубани. С Кубани, да. Сейчас я вам, друзья, насыплю. Сейчас. Ну-ка, подожди. Ну все, друзья, всем насыпал. Всем. И старому, и молодому. И терпили. Все хавают у меня. И трус тоже. Так что как-то так. Кушайте. Воду им наливают, вода у них есть. Все в порядке. Друзья, как-то так. А я все, собираюсь домой. Тут поработали мы. Еще завтра целый день будем работать, разбирать эти контейнера. Друзья. И, наверное, в пятницу еще захватим. Так что, как-то так. Так что, как всегда, я всех, друзья, благодарю. Всем спасибо. Кто захочет поддержать собак, оставлю номер карточки внизу. И... у кого есть возможность, друзья, то поддержите. Так что всем, друзья, крепкого здоровья. Давайте, если что, до завтра. Всем пока.